Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом выпуске хотел с вами поговорить о том, как продать дорого монеты на сайте Violity. И на примере вот такой интересной монеты 25 копеек со смещением штемпеля 92 года. У меня есть отдельный видеоролик на основном канале. Я его сейчас отмечу в описании к этому видео или в подсказке. Там, где я показываю, какие стоимости разных браков на сейчас на сайте Violity. Ну и приблизительно мы можем сформировать понимание, какие цены. Здесь мы видим довольно интересный брак. У меня, конечно, коллекции подборки браков есть, но не так много, конкретно такого не было. И мы видим, что этот конкретный брак был выставлен в июле. Но, как вы знаете, легче выставлять лоты, чтобы на них хорошо заработать, именно зимой. Потому что люди могут больше времени уделить своим хобби, не так много возможностей куда-то поехать на отдых. Вот, и поэтому лучшее, конечно, время для продажи ваших монет – это все-таки зимнее время. Ну, хотя есть позиции, которые всегда интересны. Вопрос только в цене. И вот недавно я увидел второй лот, который вот буквально только закончился, 21 января. И мы видим, что здесь похожий брак. Также смещение штемпеля у нас, 92 года монета, 25 копеек. И видим, что она была выставлена с 1 гривны. Вот что влияет, кстати, на ставки. И эта, кстати, монета не набрала резервной цены и не была продана, она осталась у продавца. Что мы можем понять из этой истории? Что, во-первых, конечно же, важно выбрать время для продажи ваших лотов. Если вам не срочно продавать, приберегите, оставьте их на зиму, продавайте осенью, зимой. Во-вторых, ставьте всегда с 1 гривны, потому что ваши монеты тогда попадают в определенную рубрику с 1 гривны, люди начинают торговаться, особенно если у вас не включен робот, который отображается, всегда есть живой интерес на торгах, и это подогревает интерес к лоту, люди вовлекаются. Я как человек, который сам регулярно торгуюсь на лоты, можно сказать, покупаю монеты на Violity, не только монеты, знаю, насколько это азартная вещь, да, когда ты хочешь победить, выиграть конкретный лот. Поэтому ставьте с 1 гривны, даст можно поставить какой-то резерв, и при этом, если вы не готовы продать монету за конкретную стоимость, как которого там она набежала, у вас она не будет продана. И но в моменте торгов вы, кстати, можете также резерв убрать. Если видите, что монета набрала, и вы решили все-таки с ней расстаться, вы можете этот резерв удалить, там, например, за 5 минут до окончания торгов, и отпустить монету, так как монеты должны, как говорится, уходить к другим владельцам. Ну, не то чтобы должны, но мы... Так живет наша коллекция. У меня, кстати, был пример тоже с одной монеткой. Это вот 50 шагов. Мне было интересно посмотреть, какой сейчас, какой был спрос на конкретную данную пробную, можно сказать, монету, монетовидный жетон. Так, друзья, сейчас заканчиваются торги на монету 50 шагов. Я скажу честно, во-первых, стоит на ней резерв, гораздо больше, чем 13 тысяч. Мы можем посмотреть по ставкам, кто ставил какие цифры. Это 50 шагов. Одна из первых вот таких вот монетовидных жетонов, один из первых, которые у нас в Украине, и я его оцениваю, конечно, гораздо дороже той суммы, которая набежала на торгах, на нем был резерв. При этом сейчас я поставил эту стоимость этих 50 шагов ну, довольно большую, чтобы просто обозначить, что данный жетон и данная монета у меня есть. И, возможно, люди будут задавать какие-то вопросы, можно просто пообщаться, познакомиться на этой почве с интересными людьми. Например, с теми, кто бывал на Луганском станкостроительном заводе, бывал на производстве. Действительно, если у вас есть редкие монеты, редкие пробные монеты, даже вы не знаете, готовы ли их продать, не готовы, вы можете просто выставить их на аукцион, чтобы они были. При этом, возможно, кто-то вам даже предложит конкретную цифру или
стоимость за вашу монету. Вот так торговали за эти 50 шагов 92 года. Ну что ж, они сейчас, кстати, на аукционе выставлены на моем аккаунте. Если кому интересно, заходите. Ссылочка будет в описании. Ну, надеюсь, мои советы, эти простые советы были вам полезны, интересны. Если это было так, поставьте, пожалуйста, лайк. Переходите на сайт Violity, выставляйте свои лоты, интересуйтесь нумизматикой. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете мой второй канал. Переходите на основной, также регулярно каждую неделю видео. Всем пока, друзья!